Всего несколько дней отделяет нас от нового 2020 года. С наступающими зимними праздниками жителей Новодмитриевского сельского поселения поздравил глава Северского района Адам Джарим. В праздничной атмосфере он пожелал собравшимся здоровья и исполнения всех задуманных планов. Мира и добра вам, счастья и благополучия. Живите также одной семьей, дружной. И поверьте, что лучшее время впереди. С наступающим Новым годом, с Рождеством вас. С наступающим Новым годом и Рождеством всех поздравила глава Новодмитриевского сельского поселения Елена Шамраева. Ну, я думаю, что в каждом доме будет счастье, добро, здоровье. И все, что мы с вами желаем. С праздником вас, дорогие друзья! Праздничное настроение всем гостям подарили артисты станицы Новодмитриевской.